Рисуем дождь по Арефьеву. Любую тему можно сделать на свой лад, по-своему. Сделать пересказ по-своему. Сейчас я делаю акценты над фонарями. Мастихина. Эта работа держится, ну, пишется мастихином, держится на энтузиазме мастихина, на его способностях. Но, как любая импровизация, можно все импровизировать на свой лад. Так, и это масло. Масло я не очень люблю, но сейчас солнце яркое, и сушится это масло на солнце, поэтому вот такой скоростной момент добавился, и я с удовольствием работаю в этой технике. Вот. Вот я делаю вот такие вот акценты. Уже как бы подложка у меня есть, и я раздаю звуки и обогащаю каким-то смыслом полотно. В данном случае это ДВП. Вот. Теперь нам надо сделать ветки. У него там очень много звучит веток. Эту тему я пишу по памяти, потому что очень много раз я уже ее с закрытыми глазами могу нарисовать, эту тему, потому что я ее уже много раз рисовала. Вот тут подложка проглянула красненькая, даже очень и неплохо и проглянула. Вот такие росчерки мастихиновые веток. Вот, и будем сейчас рисовать дерево вот тут. Угу. Сейчас я подвину, чтобы видно было. Тут такое приспособление. А, вот видно. Так, ну рисую дерево. Так, теперь перейдем в этот край. Здесь тоже деревья. Сейчас я выдавлю на Христа черную смесь. Вот тут тоже будут на переднем плане деревья. Вот, ну как оно, вот видите, а, вот тут вот я. Вот дерево, вот оно. Так, теперь вот еще одно дерево. Они имеют красный отцвет такой. И акценты на свете фонаря. Акценты в свете фонаря. Сейчас я буду здесь вот. Угу. Вот постепенно картинка обогащается штрихами, смыслом. Опа. Не надо бояться каких-то неожиданностей.
как правило, эти неожиданности потом уже при спокойном рассмотрении являются находками. Так, ну вот уже парк готов. В данном случае это похоже на наш юбилейный парк в городе Покровске. Да. И сейчас можно нарисовать фигурки людей. Так, я попробую.